благодарна за каждую мелочь в моей жизни, за каждого человека, вот за любое общение я благодарна, потому что оно мне приносит большое удовольствие. Вот удовольствие. Я люблю людей. Для того, чтобы в тебе эта любовь не погасла, во-первых, надо уметь прощать. Прощать уметь. Не так просто это было для меня. Я до сих пор учусь. Я хочу понять человека. Я принимаю его. Я прощаю. Я отпускаю. И мне самой становится легче. Легко. И когда ты действительно искренне прощаешь, ты как-то поднимаешься над этим, как-то взлетаешь. Уже достаточно много лет, а мне кажется, что я еще та девочка 20-летняя, и вот этих 40 лет и не было. Да, было предательство, были слезы, обиды были, очень много было всего. И вот, смотря на мое прошлое, почему я осталась такой, какая я есть? Я думаю, что я не разрешила всем этим, можно сказать, трагическим, сложным ситуациям заслонить вот эту любовь, вот эту теплоту. Я ее оставила. Оставила для себя, оставила для людей. Я оставила для настоящей и дальнейшей, будущей моей жизни. Я думаю, что у меня еще и будут уроки. Но, наверное, в моем прошлом самый большой урок это был: надо жить своей жизнью, вот, своей жизнью надо жить. Я знаю, для чего я родилась. Сейчас я знаю, для чего я родилась. И да, я жила в семье, я была замужем, у меня родились дети. Нельзя терять себя. Вот. Нельзя терять себя, нельзя терять вот эту ценность или ценности, которые у тебя есть. Семья тебя может как-то подправить, но вот этот стержень, с которым ты родилась, никому нельзя трогать. Вот это вот сердечное тепло, сердечную доброту, его нельзя расходовать на мелочи. Мелочей в жизни очень много. Вот чтобы эти мелочи не заслонили вот эту теплоту, которую ты можешь дать и которую ты можешь получить. Люди чаще всего заслоняют сердечное тепло, сердечную доброту суетой. Я тоже это делала. Ну, естественно, мой жизненный путь меня немножко научил
что важно, а что второстепенно. Я благодарна за жизнь, которую я имею. Я благодарна своей семье, своим родителям за то, что они были рядом со мной, и за то, что я у них многому научилась. Я благодарна за детей. Дети у меня прекрасные. Я их люблю очень. Благодарна за то, чем я занимаюсь много-много лет. Я массажист-терапевт. И я считаю, что это мое призвание. Моя работа помогает людям, и я благодарна, что я могу что-то сделать. Я могу своим трудом, своими знаниями, своими навыками могу помочь. Вот за это я очень благодарна. Большая благодарность за то, что такая, какая я есть. Я благодарна самой себе, что я живу, что я люблю, что я могу что-то сделать еще. Вообще у меня большие планы еще. Yeah.